селе Кинжиколь на базе детской деревни открыли зал боевых искусств. Юные воспитанники получили возможность тренироваться и даже получать пояса. Подробнее в следующем сюжете. Помимо зала, детям также предоставят тренера. Заслуженный тренер Республики Казахстан Марат Смагулов считает, что детям, находящимся в такой ситуации, необходимо себя чем-то занимать. ММА, грэплинг и панкратион – виды боевых искусств, которым будут обучать в детской деревне. Как я только что подметил, чтобы здесь дети занимались мужским видом спорта, чтобы были в дальнейшем достойными защитниками и могли, как говорится, постоять за себя. Клуб будет работать целый год. Для организаторов важен результат, а там уже и возможное расширение не за горами. Открылся зал боевых искусств при поддержке нашего члена попечительского совета Мухортова Ильи Игоревича и Ассоциации боевых искусств Павлодарской области. Руководитель детской деревни благодарна партнерам, говорит, что в преддверии праздников это событие особенно важно. Дети давно просили организовать что-то подобное. Наконец, их мечта осуществилась. Планирую заниматься дальше, развиваться. Ну, раньше просил, чтобы открыли бокс, вот открыли. Спортом заниматься, конечно, надо. Это, мне кажется, неотъемлемая часть жизни каждого человека, в принципе, а тем более подростков. Зал располагается в цокольном этаже одного из домиков. Помимо места для тренировок, есть еще и душевые кабинки со всеми удобствами. Артур Поляков, Алексей Мехедов, Иртыш Акпарат.